Вот мои ахименисы. Привет всем. Я их вынесла немножко на солнышко, то есть на подоконник. Они у меня стоят под лампой. И вот есть разные цветочки, то есть они растут по-разному. Есть вот такие уже высокие, вот такие, а есть маленькие-маленькие. Только-только начинают расти. Вот они. Только-только начинает. Есть даже некоторые, которые еще вот тут только-только начинает зеленеть. Вот они в таком состоянии. Есть некоторые уже взросленькие, высокие, красивые, зеленые. Вот-вот. Вижу, что некоторые уже начинают давать как бы маленькие пасынки. Вот такая красота. Жду не дождусь ихнего цветения. Я их поливаю теплой водой только вокруг вазончика. И бывает, что я опрыскиваю, но это уже пореже, потому что не видно, где росточек. Вот он росточек. Вот тут росточек и тут росточек. Они очень маленькие, нужно очень аккуратненько их поливать, потому что у них ризомчики сверху. Вот я хотела тут показать, видно один ризомчик. Вот он виден. Нужно его обязательно закопать. Вот так. Вот жду, чтобы на улице потеплело и чтобы можно было их вынести на улицу. Но, конечно, сначала нужно, чтобы они выросли, а потом пересадить, перевалить в другую емкость побольше, чтобы было где им расти и чтобы ризомчики выросли побольше и покрупнее. Всем пока-пока. Доброго дня. Удачи всем и во всем. Вот моя красота. Пока.